Станислав Барабанов, и это «Новостройки Санкт-Петербурга». Мы сегодня разбираем старт продаж нового проекта. Это «Билард» от надежного застройщика «Росстройинвест», который более 19 лет на рынке недвижимости. Абсолютно все свои проекты 100% вводит в эксплуатацию вовремя, строит качественно, поэтому искренне рекомендую. Стартовали продажи 1 июня, сегодня 5 июня 2021 года, то есть самая стартовая интересная стоимость метра на сегодняшний день. Мы сегодня разбираем евро-трешку, две изолированные комнаты, третья кухня-гостиная. В прошлых роликах мы разбирали студию однокомнатную, евро-двушку, двухкомнатную. Если для вас они актуальны, то по ссылкам ниже в описании можно с ними ознакомиться. По локации это Калининский район, проспект Маршала Блюхера, пешая доступность до метро Лесная. Если быть точным, 1,3 километра, чуть позже на карте покажу, где это находится. По срокам сдачи это 4 квартал 2023 года, ключи получите до 2 квартала 2024 года, уже заедете до июня 2024. Есть квартиры как без отделки, так и с отделкой, либо можно дозаказать чистовую отделку. Давайте пробежимся по планировке, а перед этим напомню, что с моей помощью можно приобрести квартиру в этом проекте, либо любом другом от надежного застройщика в Санкт-Петербурге в любом районе. Почему стоит это сделать вместе со мной? Потому что услуги для вас бесплатные, так как их оплачивает застройщик. При этом юридически сопровождаем, при этом все акции при их наличии от застройщика, все цены от застройщика юридически сопровождаем. Если понадобится ипотека, сможем одобрить по лучшим ставкам. У нас онлайн оборот со всеми банками, свои ипотечные специалисты. Если вы из другого региона, поможем провести дистанционную сделку. И самое главное, это помогу подобрать квартиру конкретно для вас по вашим параметрам, так как покупка квартиры – это индивидуальный момент. Поэтому, чтобы забронировать и выбрать лучшую квартиру, звоните по телефону, который указан ниже в описании. Давайте пробежимся по планировке. Общий метраж 49,6 квадратных метра. Это вход в квартиру 6,9 квадрата. Далее видим санузел с ванной 3,4 квадратных метра. Есть еще один санузел 3 квадратных метра. Далее одна из комнат 10,6, вторая комната 10. И кухня-гостиная 14,4 квадратных метра, выход из которой на лоджию 2,3 квадратных метра. По стоимости на сегодня это 10 480 228 рублей. 20 этаж из 23, окна во двор. Квартиру можно приобрести как за прямые деньги в ипотеку, либо рассрочку. Если планируется одобрение по ипотеке, то напишите нам в WhatsApp, сможем вас одобрить. Давайте пробежимся по преимуществам. Проект архитектурной мастерской Цицина, система «Умный дом», 4-ступенчатая очистка воды и ультрафиолетовое обеззараживание. Квартира с террасами и мастер-спальнями присутствуют. Три варианта отделок – черновая, чистовая, двух видов. Места для хранения колясок и велосипедов в каждой парадной. Закрытый двор, будете в безопасности с Wi-Fi. Подземный паркинг, спидстоп-станции, развитая инфраструктура района. По отделке – либо черновая, либо чистовую, можно дозаказать потемнее, либо посветлее такого формата. По карте, вот он, проспект Маршала Блюхера, Билард, и вот она станция метро 1,3 квадрата километра. Рядом ТРК Европолис, большой торговый центр и Пискаревский парк, а также небольшие парки также присутствуют. Поэтому, друзья, если хотите провести двухкомнатную меньшего метража, либо, пожалуйста, есть большая, до 99 квадратных метров доходит, либо большего метража, другой тип планировки, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Чтобы забронировать, выбрать лучшую квартиру, звоните по телефону, который указан ниже в описании, будь то в этом проекте, либо любом другом от надежного застройщика в Санкт-Петербурге. Бесконечно благодарен за просмотр. Ставьте лайки, подпишитесь на этот канал, если вы еще этого не сделали, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч роликов, друзья. Пока-пока.